Друзья, всем привет! Сегодня будет распаковка бисера из моего самого любимого интернет-магазина «Мелодия бисера». Я закупила вот такой вот большой набор всевозможных цветов бисера и не только. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Сейчас давайте откроем пакет и посмотрим, что в нем. Что я заказала. Я всегда очень боюсь порезать, потому что там все очень плотно. Вы спрашивали, за что я люблю этот интернет-магазин «Мелодия бисера». За то, что посмотрите, как качественно упакована эта посылка. Я всегда с большой уверенностью бегу на почту. Уверенностью в том, что ничего у меня там не разобьется, не просыпется, потому что всегда упаковка очень классная. Ну вот. Порезала немножко все-таки, зацепила. Но ничего, не страшно. Давайте все по порядку вам покажу. Как вы можете видеть, то упаковано в 4 слоя пупырки. Весь бисер упакован очень замечательно. Так, здесь первое, что мы видим, я заказывала 4 тюбика. Этот сапон-лак. Я очень люблю его использовать для моих украшений. Я покрываю им фурнитуру, чтобы она не теряла свой блеск, свой внешний вид. Вот как заботливо девочки упаковали. Большое вам спасибо каждому менеджеру, каждому сотруднику магазина «Мелодия бисера». Я выражаю огромную благодарность за то, что с такой любовью и заботой складывается каждая посылка. Вот, то есть, ну, невозможно, если даже он прольется, да, то есть ничего не попадет нигде, потому что все это пакет в пакет и еще и в скотч. Открывать сейчас не буду, у меня есть открытый, я покажу и объясню, что он из себя представляет, если вам интересно. А представляет он из себя вот такой вот лак. И здесь 20 миллилитров, и он прозрачный и имеет кисточку, что очень удобно при нанесении лака. Я его использую, как я уже сказала, я покрываю всю абсолютно фурнитуру, я покрываю вот этим вот средством. Я невероятно этому рада и благодарна за такую вот, я не знаю, кто это придумал, но человек действительно большой молодец, потому что действительно фурнитура, покрытая этим средством, сохраняет намного дольше свой внешний вид. Так что от души вам рекомендую. 108 рублей, по-моему, стоит вот такой флакончик. Вот. Следующее, что я заказала. В общем, это горы бисера. Отдельно хотела вам рассказать о вот этих нитках замечательных. Ниточки вот такие мне пришли для бисероплетения. Это титан 100. Насколько я понимаю. Да, титан 100 написано на этикетке. Вот такие нитки я выбрала. Это цвет, ну, не то белый, не то молочный. И черный, так как я больше всего пользуюсь именно этими цветами. Ну, еще белым, конечно, пользуюсь. Вот, но белый пока у меня есть, а молочный закончился. И черный тоже. Вот, решила пополнить мои запасы. Нитки очень хорошего качества. Их толщина 0,1 миллиметра. И они очень крепкие, очень тоненькие. На них очень приятно плести украшения, которые струящиеся такие, знаете, нанизывать бахрому, там, я не знаю, подвески, снизки. То есть очень классные нитки, я вам от души советую. Да, кстати, и герданы тоже. Поэтому обращайте внимание на эту позицию товара. Просто вы часто спрашивали, какими ниточками я пользуюсь, поэтому я решила для вас вот снять видеообзор, как раз пополнила свои запасы, вот еще. То есть всего я 3 катушечки взяла, 3 бобины черных ниток, одну молочную, так, и еще тут белые где-то должны, да, вот они. И еще взяла ниточки Миюки, попробовать, никогда раньше ими не пользовалась, попробую вам расскажу, что это за ниточки. Ну, в общем-то, вот так выглядит. Очень уютная маленькая такая бобинка. Здесь 50 метров написано. Или 55 ярдов. Вот так выглядят эти нитки белые. Заказала в этот раз очень много чеха. У меня практически закончились некоторые цвета из моих запасов. Поэтому я всегда
Еще хотела ответить вам на один вопрос. Новички чаще всего у меня спрашивают, какие цвета бисера я пополняю, покупаю периодически, чтобы у меня был как бы запас, да, такой хомячий запас. Я всегда беру, конечно же, зеленые оттенки, красные, голубые, тех цветов, которые вы создаете цветочки, например, да, траву, там, листики. То есть всегда в моей коллекции вот этот цвет бисера 03154. В этот раз я также взяла две упаковки его, потому что у меня практически он закончился. Так, я вот всегда беру зеленые оттенки, несколько тонов, то есть темнее, светлее, нечто среднее, промежуточный какой-то тон. Конечно, беру огонек, но огонек у меня пока есть в запасе, поэтому вот взяла две упаковки 03154, очень классный цвет такой молодой зелени, светло-светло такой зелененький. Затем взяла, первый раз беру вот такой цвет, это так, номер цвета 02163, он такой полупрозрачный и, ну, в общем, зеленый с таким с оливковым, можно так сказать, цвет. Тоже хочу его попробовать в украшении, как он будет смотреться. И взяла три упаковочки вот такого цвета, я всегда его тоже покупаю, это 53250, его номер цвета, вот. У меня совершенно зеленый на исходе, поэтому взяла, пополнила свои запасы. А потом влюбилась вот в этот цвет, просто влюбилась. Он очень красивый, это прозрачный бисер с АБ-эффектом. Его номер цвета 66030. Взяла его три упаковки, потому что очень он мне нравится. Очень красивый цвет, нежный. И я планирую из него сплести цветочки. Пока не буду раскрывать тайну, какие, но, в общем, нужны были мне такие цвета для цветов. В общем, три упаковки вот такого цвета. Затем близкий к нему, но немножечко светлее, вот такой цвет 61010. То же самое, нежно-нежно-голубой цвет с АБ-эффектом. Обожаю такой бисер, он прозрачный, он такой легкий, знаете, смотрится настолько волшебно в украшении, что невозможно не влюбиться в этот цвет. Вот такой бисер. Ну, то, о чем я вам говорила, то есть я взяла темнее, немного светлее и немного другой фактуры взяла бисер 02134. Очень красивый, тоже такой голубой, нежный. Вот. Дальше. У меня совершенно закончился синий цвет. Я обожаю именно этот цвет. 33050. Это самый простой синий бисер. Без всяких там эффектов, но без него не обходится практически ни одна моя работа. Потому что если это фенечка, то он обалденно смотрится с серебром, с золотом, с белым, с красным. Плюс красный, плюс белый тоже будет бомбезное сочетание. Поэтому я всегда покупаю по много вот этого цвета бисера. Вот в данном случае 4, нет, 5. Так. 5 упаковок заказала. Ну, думаю, мне на первое время хватит синего цвета. Затем, конечно же, всегда покупаю красный. Следующий бисер, который я заказала, это 93190. Я всегда его покупаю, так как и синий. Вот таким вот бисером всегда пополняю свои запасы, потому что очень люблю этот, ну, классический красный цвет. Очень яркий, очень насыщенный. Бисер хорошего качества. Он не облезает, не стирается. Он просто окрашен. Ну, стекло есть стекло, да, что ему будет, ничего. Вот такой бисер я люблю использовать для лепестков на цветы, к примеру, да. И для создания каких-то орнаментальных узоров в фенечках, либо в колье с орнаментом, либо в браслетах с орнаментом. В общем, очень рекомендую вам закупить красный, синий, белый, черный обязательно. Ну, это такие цвета классические, да, из которых красивое украшение как бы не может получиться. Еще какой цвет я выбрала? Он также красный. Вот, я его закупила целую гору в разных тональностях. Плюс-минус, светлее, темнее. Ну, в общем, красного цвета у меня теперь достаточно. Вот. Это все, что касается красного. Давайте покажу вам. 96050. Это красный, ну, немножечко красно-оранжевый, я бы сказала, да? Ну, как на мой взгляд. Он прозрачный и имеет нанесение
абэ-эффекта, то есть он всевозможными цветами переливается. Очень красиво выглядит. Его номер цвета 96050. И вот я его купила целую гору. 4 упаковки, по-моему, да? Я просто уже не помню, сколько я по количеству чего заказывала. Так. Так, 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 да. 4 упаковочки я заказала его. Пополняют, опять-таки, мои запасы. И вот посмотрите, то, о чем я вам говорила, как здорово смотреться будет в паре. Ну, не в паре, у меня там еще есть цвета в этой же, в этом цвете, немножечко светлее, темнее. Также заказала вот такой 91050. Он очень красивый, очень радужный, имеет абэ-эффект с радужным напылением, такой вот бисер. И тоже он прозрачный. Да, весь бисер этот, который мы сейчас с вами рассматриваем, это 10 размер. Вот такой вот потрясающий бисер цветом. Вот смотрите сами, как будет смотреться здорово все это вместе. И следующий оттенок красного, который я выбрала, это 91070. Он темнее, чем предыдущий. И также он имеет абэ-эффект. И я заказала 4 упаковочки. Нет, 5 упаковок. Вот такого бисера. Замечательный цвет. Я довольна от души. Просто супер. Так. И еще из 10 размера я заказала вот такой бежевый. Бежевый бисер. Давно его хотела взять. Его номер цвета 023 единицы. Вот такой вот он красивый. Это алебастр, бежевый цвет. Очень спокойный, очень благородный. И мы с вами будем создавать из него колье. Колье с жемчугом. Ну, я предполагаю, что буду использовать сюда еще жемчуг. Может быть, золотого бисера добавим. И получится прекрасное украшение. Это что касается размера 10. И заказала еще очень-очень много всяких разных цветов. Так, еще заказала очень много мелкого бисера. Это я заказывала Тоха. Вот тоже пополняю запасы зеленым цветом бисера. Ну, я не буду вам останавливаться на цветах. Каждый выберет, какой цвет ему по душе. Ну, вот мне по душе были вот такие цвета. Я по 2 заказывала, да, упаковочки. То есть у меня здесь светло-зеленый, вот такой прям как яблоко зеленый. Затем у меня вот такой зеленый тертый, 2 пакетика. Здесь расфасовочка идет по 10 граммов, поэтому я взяла по 2 пакетика на всякий случай, чтобы мне хватило точно. Потом взяла один вот такой средний зеленый и насыщенный темный зеленый, один. Не знаю, отблескивает немножко. Ну, в общем, самый темный, потом средний, потом такой светло-зеленый и тертый зеленый. Вот такие роскошные оттенки зеленого. Будем с вами работать, плести, создавать что-то красивое. Также в этом размере я заказала очень много красных цветов, очень много всевозможных. И более темных, и более светлых, для того, чтобы постараться передать этими оттенками цветовые переходы на лепестках. Вот такое вот богатство, сокровище. В общем, я выбирала по картинке и очень переживала, тот придет мне цвет, не тот, как он будет смотреться. Вы знаете, вживую он смотрится намного более, что ли, ярким, не знаю, как передать. Ну, в общем, я очень-очень рада, потому что это именно тот цвет, который я и хотела. Вот смотрите, 1545А, он немножечко светлее, 1545 просто, он немножечко темнее. Вот так вот я и планирую сочетать в лепесточках, чтобы было более живой лепесток. Нужно сочетать несколько цветов, чтобы он смотрелся прям таким, знаете, на солнышке. И вот краешек лепесточков я взяла прозрачный бисер, самый светлый. Вот. Ну, попробуем, что получится, то получится. Несколько оттенков показываю вам все. Вот этот очень красивый, это также Тоха. Смотрите, какой он классный, радужный такой, с напылением, с абэ-эффектом. Так, это такой вишневый больше.
Очень красивый тоже. Ну, в общем, всевозможные. Да, вот первый раз беру вот такой тертый бисер. Видно вам? На камеру или нет, не знаю. Ну, в общем, очень красивый. Это прозрачный бисер, но он тертый. И создает он такую, знаете, матовую поверхность. Очень красивую. Даже не матовую, а бархатную поверхность создает. Если вам нужно цветочек создать, лепесточек с бархатной поверхностью, то вот этот бисер прям супер подойдет. Вот такие цвета. Это что касается красных оттенков. Еще заказала в розовых оттенках вот такие прям... Ой, прям очень красивые тона, оттенки. Обожаю вот этот цвет бисера. Он прям перламутровый такой. Это с серебряной линией внутри, розовый. Очень нежный, красиво смотрится. Это огонек у нас бисер. Затем, да, две упаковочки брала. Затем взяла вот такой жемчужный, нежный-нежный жемчужный, розовый. Это круглый бисер, 11 размер. Так. Вот еще пятнашка, вот такой жемчужно-нежно-розовый. Да, так и написано, нежно-розовый, цейлон, круглый, 15-й. И вот такой тертый, первый раз вот мне попался такой вот оттенок, прям мое-мое. Вот. Это 11-й размер бисера, и вот он смотрится таким вот шелковистым, знаете, бархатистым, за счет такого покрытия, за счет того, что он матовый. Это что касается розовых оттенков. Еще я взяла вот такие, не знаю даже, как его передать, этот оттенок. Но написано было, что это аметист матовый. Также имеет бархатистую поверхность. Очень классно смотрится. Будем применять. Следующий вот такой. Так. Ну, немножко они похожи, конечно. Я взяла... Тоже видно, да? То есть тональность плюс-минус одинаковая. Ну, в общем, смотрится здорово. Это у нас... так. Это пятнашка у нас. Это 11-й. Очень красивый бисер. Дальше. Дальше у меня вот такой вот потрясающий с эффектом. Тоже фиолетово-сиренево. Не знаю даже, как передать. Ну, в общем, очень красивый. Аметист, наверное, называется цвет. Здесь на этикетке... не указано, но очень красиво смотрится. Смотрите сами. Потрясный бисер. Дальше я взяла несколько огонечков. Кое-где оттенять цветочки, лепесточки, краешки. Вот такие вот цвета. Здесь это пятнашка, 15 размер бисера. И у него прокрашенная серединочка внутри, серебряная линия. Поэтому она придает бисеру вот такое сказочное мерцание, подчеркивая глубину цвета и насыщенность. Очень красивые цвета. Если кому интересно, перейдите на сайт и посмотрите. Цену я уже не помню, не буду вам говорить. Цена меняется, поэтому смысла в этом никакого нет. Если вам понравится, вы сами обратите внимание, зайдете и выберете. Вот такой еще оттеночек взяла, голубой, в дополнение к десятке. Вот такой пятнашка. Это также 15 размер бисера. И он такой, знаете, цвет вот джинсовый. Не передает камера, но цвет действительно вот как джинсы. Если смотреть не через камеру. Тоже очень красивый. Так, это такой же тертый. Нет, это не такой тертый, немножко другой. Да, это 3006F. Очень красивый, мерцающий, сказочный. Не знаю, как передать вам. Но потрясающий красивый бисер, вот этот матовый. Я прям не ожидала, что настолько он вживую... Вот мне прям нравится он. На сайте был он очень красивым, но вживую мне смотрится и нравится намного больше. Сиреневых также взяла побольше, чтобы сочетать между собой. И еще я взяла вот такой вот бирюзовый. Очень люблю этот цвет. Часто его использую. Это 15 размер бисера. И он бирюзовый с абэ-эффектом. Не прозрачный, просто бисер. Супер. Так, и последнее, что я заказала, это вот такой вот бисер. Просто белый, также пятнашка, также тоха. Вот так все это выглядит. Очень красивый, я всем довольна. Да, и самое главное, девчонки мне прислали вот такой подарочек, положили. Спасибо за покупку. Это подвесочка.
Вот такая подвесочка на цепочку, либо на браслетик. Вот. Спасибо вам огромное за такой с любовью собранный заказ. Очень мне понравились все позиции товаров. Я не разочарована ни в одном из цветов. Хотя выбирала, честно скажу, на свой страх и риск. Немножечко сомневалась в каких-то оттенках. Достаточно ли он будет ярким? Достаточно ли он будет сочетаться между теми цветами, которые у меня уже есть в моих запасах, да? Но мне все пришло то, что я и заказывала. Мне все очень-очень нравится. Поэтому я от души благодарю Мелодию Бисера. А вам, мои дорогие подписчики, хотела порекомендовать этот магазин и сказать, что я всегда пишу под всеми моими видео информацию об этом магазине. Я вам оставлю ссылку просто на этот магазин. Вы перейдете, посмотрите бисер, посмотрите цены, все, что вам понравится, кидайте в корзину. И не забывайте вводить промокод AMAPOLA на английском языке, чтобы получить дополнительно скидочку 5% на весь ваш заказ. Ну, на этом все. Если обзор вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. И добавляйтесь в друзья, я буду вам очень рада. Все ссылки под этим видео. На этом все. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. До встречи!